Всем привет! Меня зовут Жасан Юлия, и я BI-разработчик в компании InDriver. Сегодня я вам немножко расскажу, что такое BI, про основные задачи BI-отделов, из чего состоят BI-системы и о чем нужно думать при внедрении BI-системы. Сразу хочу сказать, что у меня будет не так много технических подробностей. Это скорее такое ознакомительное вступление на тему того, что же такое BI. Просто я уже относительно давно в данной области и постоянно получаю вопросы, а что же ты делаешь и зачем вы нужны. Вот моя задача сегодня — рассказать, что мы делаем и зачем мы вообще существуем в компании. Итак, 21 век недаром считается веком информации. Рынки стали международные, количество клиентов у компании исчисляется миллионами, и обо всех из них информацию собирают. Интернет позволяет собрать еще самые разные данные о людях, о рынке в целом. И анализ всех этих данных вместе помогает менеджерам и, в принципе, любому сотруднику компании ориентироваться в пространстве, времени, планировать спрос, оценивать перспективы развития. То есть что необходимо современной компании, чтобы быть конкурентоспособной и активно развиваться? Основное и главное — это организовывать сбор всех возможных данных, чтобы у нас был максимально большой датасет. Это внутренние источники, как база о своих клиентах, о событиях, и внешние источники — данные о рынках, конкурентах и внешние данные о клиентах. А данные нужно чистить и готовить, но самое главное, зачем мы все это делаем? Нужно проверять гипотезы и мониторить основные метрики. Ведь без мониторинга основных метрик мы не можем понять, куда двигается бизнес и как его вообще нужно развивать. Обычно в компаниях за хранение, обновление, распределение прав доступа к данным отвечают архитекторы баз данных и архитекторы ДВХ. Также за анализ данных, проверку гипотез отвечает аналитик. Но в последние энное количество лет эти две группы начали дополняться отделами Business Intelligence, как раз вот тот самый BI, бизнес-аналитик. В целом, работа BI заключается в том, чтобы привести данные в вид, пригодный для бизнес-анализа. Это, конечно, максимально общая фраза, но по факту мы делаем процесс анализа ключевых метрик намного быстрее и проще для конечного пользователя. Обычно вот в компании существует достаточно какая-нибудь большая база данных, и в ней лежат так называемые сырые данные. То есть данные, которые льются из, ну, например, не знаю, бэкэнда какого-то приложения. То есть это данные о всех событиях с пользователями. Часто с ними напрямую работать не очень удобно. Почему? Во-первых, потому что их надо чистить. В них много там, может быть, выбросы, дубли, лишней информации. А во-вторых, вот тут тоже важный момент, надо понимать, что нам не нужны на самом деле абсолютно все данные, которые льются в нашу базу. К тому же частое обращение ко всему вот этому бешеному объему, то есть там по 100 столбцов и миллиарды строк, может занимать слишком много времени. А по факту для изучения бизнес-метрик нам нужна только часть этих вещей. Например, вот приведу пример на одной метрике. По факту это сразу, естественно, можно расширить на десятки. Например, нам нужна... Ну, каждый день нужно смотреть динамику новых пользователей приложения. Если мы обращаемся к сырым данным, то мы получим всю информацию о пользователе, их ID, пол и местоположение, ну и что угодно. Но по факту для решения нашей конкретной задачи нам вся информация не нужна. Нам нужна именно динамика. Тогда делается табличка, в которой агрегируются данные, то есть кладутся данные по дням и количество новых пользователей. Такая таблица, например, будет обновляться в нерабочее время, и в течение дня у всех будет доступ к нужной статистике. Ясно дело, что делать один столбец бессмысленно, делается там 20, 30, 40, 50, но суть в том, что данные агрегируются, и вы не обращаетесь к огромному массиву данных сырых, а обращаетесь к агрегированным. Так вот, это одно из того, чем мы занимаемся. То есть BI-щики подготавливают сначала специальные таблицы агрегированных данных, витрины. То есть вот у меня здесь на слайде есть картинка, то есть есть оригинальная дата, то есть вот сырые данные. Данные, допустим, здесь какие-то о продажах и покупках, и о клиентах, и, собственно, продавцах. Если нужно смотреть ежедневную, еженедельную, ежемесячную статистику по продажам и покупкам, BI-разработчик создает так называемые витрины. Вот здесь их 6.
Это как раз агрегированные таблички. И потом уже эти агрегированные таблицы используют. Как используют? Агрегированные таблицы используются как основа для построения отчетов, которые мы называем дашбордами. Дашборд, по сути, это набор визуализаций, графиков, таблиц, чего угодно, на едином полотне. Вот как здесь приведено на слайде. По факту они отличаются от стандартных отчетов гибкостью и интерактивностью, которая достигается за счет набора фильтров, параметров и сочетания разных видов визуализаций. По факту это такая интерактивная аналитическая панель, в которой заказчик может просмотреть данные в любом разрезе. Ну и третье, что делают BI-разработчики, это настраивают автоматическое обновление во всей системе. То есть таким образом, BI-разработчик не скажет вам, как повлияли, например, на ваши продажи новые продукты конкурента или какие-то новые рекламные кампании. Но они дадут вам систему, вот самостоятельную, независимую, в которой вы сами сможете легко проверить все свои гипотезы. Вот если посмотреть на слайд, здесь как раз представлен, ну, такой относительно простой дашборд. В правом верхнем углу здесь как раз есть набор фильтров, которые действуют на все визуализации сразу. То есть и здесь как раз сочетаются и динамика, и тоталы, и распределение по гео. То есть это вся необходимая какому-то, ну, наверное, топ-менеджеру информация, собранная в одном месте. Он зашел, отфильтровал себе какой-то год или какой-то месяц и посмотрел всю статистику сразу. То есть получается, что какие у нас основные задачи BI? Первое – это сбор данных. То есть BI-системы в целом, то есть инструменты, про которые я буду потом говорить, вот в третьем пункте там табло, Power BI, ClickView и все остальные, они позволяют строить на самом деле сложные виды отчетности. То есть мы можем объединить в одну большую, ну, не сказать таблицу, наверное, в какой-то куб, да, данные из разных источников, из практически всех твиздов баз данных, из различных файлов, из онлайн-источников. И первая задача BI-разработчика и в целом BI-отдел – это придумать, как правильно собрать все данные воедино. То есть вам нужны, например, не знаю, данные о продаже лежат у вас в, не знаю, в каком-нибудь ClickHouse, данные о клиентах лежат в MySQL, данные по KPI у вас лежат в спредшите, и все это собирается в одну систему и вместе обновляется. Следующая задача – это очистка и агрегация данных. То есть построение вот этих самых витрин, о которых я ранее говорила. Иногда очистка происходит на стороне отделов, которые данные поставляют, но это все зависит от конкретной организации, где как устроено. Если этого нету, то данные нужно чистить BI-щиком. Агрегация не только помогает избавиться от лишней информации, но сильно помогает экономить память. При работе с большими, достаточно большими объемами данных имеет смысл распределять нагрузку. То есть сначала мы данные агрегируем, а потом мы делаем к ним запрос уже к агрегированным данным в рабочее время и смотрим нужную нам статистику. Третья задача, ну, про которую чаще всего думают, когда слышат про BI, это визуализация. То есть, собственно, построение самого дашборда на основе полученных витрин. То есть это то, что видит конечный пользователь. Поэтому удобству и логичности визуализации BI-щики уделяют отдельное внимание. И графики должны отвечать на все вопросы о данных, которые могут задать пользователи. Поэтому мы заранее очень долго расспрашиваем, выясняем у заказчиков, какие метрики они смотрят, в каких разрезах, что им нужно. Иногда для этого используют, например, какие-нибудь анкеты. То есть если кто-то делает заявку на дашборд, то он заполняет множество вопросов, где пишет о том, какие метрики, в каких разрезах, когда, как, с какого периода. BI-инструменты предоставляют множество вариантов визуализации данных от обычных графиков, таблиц стандартных, до каких-нибудь сложных скатерплотов. Их можно применять вместе, строить на одних и тех же данных, соединять несколько источников. А также комбинации фильтров, параметров и всяких других фишечек помогают сделать дашборд максимально интерактивным. Останавливаться на различных способах визуализации я не буду. Это на самом деле тема отдельного мастер-класса на несколько часов.
но существует уже достаточно хороших обучающих инструментов. Также тоже очень удобная вещь для анализа, точнее, для ускорения поиска информации, это связь различных графиков друг с другом. То есть, если вернемся к предыдущему слайду, здесь графики можно было бы связать друг с другом, например, по, если была бы дата, да, вот здесь у нас слева снизу есть динамика, и здесь справа снизу есть динамика. Можно было бы ее связать через дату. То есть по факту, если у вас, например, есть единая цветовая легенда на двух графиках, если прожать цветовую легенду на первом графике, то на втором либо отфильтруется информация, либо подсветится. И по опыту вот такие вещи помогают искать нужную информацию в разы быстрее, чем фильтровать каждый раз на всех графиках что-то свое. И то, о чем говорят, как определение полезности BI-системы, это обеспечение быстрого доступа к данным. То есть обычно как проходит проверка какой-либо гипотезы о данных? Менеджер или любой сотрудник идет к аналитику, просит его выгрузить данные, тот выгружает и либо сам строит какие-то графики и проверяет гипотезы, либо отдает данные менеджеру. То есть в целом, ну, иногда этот процесс не супер быстрый. Иногда можно заменить вот такие запросы именно построением BI-системы. То есть если построены, скажем так, полноценные отчеты, то не нужно ставить никаких задач. Целевой пользователь просто заходит на место, где лежит дашборд. Это может быть веб-интерфейс, то есть это может быть какой-то сайт, это может быть общее пространство вроде кита, фильтрует нужную информацию и получает ответ на свой вопрос. То есть, ну, действий в разы меньше. К тому же достаточно часто BI-системы позволяют смотреть данные в режиме реального времени. То есть смотреть не слепок данных там сутки-двое назад, да, а что прямо сейчас происходит в базе данных. Естественно, это накладывает какие-то ограничения, но это уже детали. В целом это более чем возможно. Очень важно, чтобы BI-система была автономна. То есть разработанные продукты, если вот они прошли у нас там этап обсуждений, то есть вы договорились с конечным пользователем, что его все устраивает, и после этого, по факту, после реализации проекта можно его не трогать и вообще о нем, ну, не забыть, но особо не беспокоиться. Потому что обновление данных в системе, в дашборде, происходит автоматически. И обновление витрин, о которых мы раньше говорили, тоже должно происходить автоматически. И дашборд, он сам подтянет нужные данные, и так как визуализация уже все настроена, вам ничего делать не нужно. Свежая информация всегда будет под рукой. И последний немаловажный пункт – это распределение прав доступа. Обычно BI-системы располагают совершенно широким набором средств распределения доступа к данным. Это помогает сделать процесс достаточно гибким. Например, в одном и том же дашборде можно настроить, чтобы разным пользователям были видны разные блоки данных. То есть если у нас имеется несколько региональных менеджеров, и каждый из них может видеть только свой регион, то в дашборде можно настроить так, чтобы они видели только, ну, свой регион или свою страну. Не создавать кучу копий дашборда с фильтром на конкретный регион, а оформить это все в одном едином месте. То есть хорошо построенная BI-система, она снимает с аналитиков из продуктовых команд часть нагрузки, потому что обычно аналитики – это одни из самых загруженных людей в компании, и освобождает то время, которое они тратят на оперативную отчетность и на повторяющийся запросик в базе. То есть если есть формат, в котором обычно требуются данные, или его можно хотя бы примерно сформулировать или объединить несколько запросов в один, то на основе этих вещей можно построить дашборд. И, соответственно, данные все будут обновляться автоматически и заменит собой множество еженедельных и ежедневных отчетов. К тому же там будет храниться не только, вот, допустим, информация за данный месяц, как обычно в многих отчетах ежемесячных, а информация за весь период. И можно будет достаточно удобно сравнивать все периоды друг с другом. Ну и не нужно будет ждать и прокручивать всю эту цепочку для получения данных. Из чего в целом состоят BI-системы?
Есть три элемента основных. Это хранилище данных, ETL-система и, собственно, BI-инструмент, где строится сам дашборд, либо BI-сервис. Про это я сейчас расскажу. Пойдем по пунктам. Ну, самое простое для понимания – это хранилище данных, то есть это наша база, где лежат и сырые данные, и те, которые мы сагрегировали. То есть они являются источниками и для агрегирующих скриптов, и для дашбордов потом. То есть вот есть сырые данные, есть наши витрины. А следующая часть BI-системы – это ETL-система. От английского Extract, Transform, Load. То есть мы забираем данные, трансформируем и загружаем. Она обычно отвечает за подготовку и сбор данных витрины. Чаще всего это просто набор скриптов на каком-либо языке программирования, который берет сырые данные, совершает с ними энное количество действий и кладет в целевые таблицы. Чаще всего используется Python, просто потому что в нем проще всего работать с данными, их вращать, анализировать. Есть чудесная библиотека Pandas, которая помогает решать задачи максимально быстро. Также ETL-система может использоваться для административных задач. Например, для системы резервного копирования или для более тонкой настройки регулярного обновления дашбордов. То есть, например, система может быть настроена так, что только после того, как у нас обновились данные в наших витринах, а это может занимать много времени. Вот как только обновились данные в таблице, есть какой-то скрипт в ETL-системе, который идет в дашборд, можно сказать, тыкает в него палочкой и говорит «обновляйся», и дашборд обновляется. А в целом ETL-система может отсутствовать. Она далеко не всегда есть в BI-отделах, все зависит от того, насколько большие объемы данных вам нужно обрабатывать. То есть иногда, когда речь уже заходит о больше там 10, 20, 30 гигабайт данных, которые нужно одновременно анализировать, имеет смысл распределять нагрузку между ETL-системой, то есть между агрегирующими скриптами и дашбордом, который итоговые данные будет забирать. И третий пункт. Составляющая BI-системы – это BI-инструмент либо BI-сервер. По факту это два разных подхода. Можно поднимать сервер, можно использовать только инструмент. То есть сервер – это в данной ситуации, во-первых, место хранения дашбордов, во-вторых, это средство визуализации, потому что это именно то, куда заходят конечные пользователи и смотрят все свои красивые визуализации. А также это система распределения доступов, и система автоматического обновления. Как происходит процесс? То есть сотрудники строят у себя в программе, ну, не знаю, в табло, в Power BI, в ClickView, у себя на локальном компьютере делают дашборд, загружают его на сервер, и там настраивают права доступа и настраивают расписание на обновление данных. И после чего конечному пользователю просто дается ссылка на, собственно, ресурс, на этот сервер, и даются ну, какой-то юзер. Второй подход – это использование только BI-инструмент. BI-инструмент – это вот как раз платформа, где мы делаем дашборд, сама программа. В таком случае сервер может не использоваться по разным причинам. Например, технические ограничения, либо высокая стоимость, может быть, что угодно. Либо просто не хватает рук и времени, чтобы поднять сервак и все там сделать. Тогда сотрудники также строят дашборды у себя на локальном компьютере, но процесс отправки информации целевым пользователям и процесс обновления уже делается либо в полуручном режиме, либо с помощью языков программирования. То есть, например, делаются принтскрины на ежедневной основе какого-то дашборда и в нужных разрезах, то есть во всех, которые нужны пользователю, и отправляется ему на почту. По крайней мере, про такую систему я много раз слышала. Но при этом хранение отчетов и данных в единой системе обеспечивает прозрачную инфраструктуру и очень сильно облегчает поиск информации. Потому что если все это разрознено, есть множество различных отделов компании, в каждой свой вид отчетности, который можно найти только у них,
Ну, любой новый и не только новый человек будет очень долго путаться и мучительно искать нужные ему данные. О чем стоит в целом подумать перед внедрением BI-системы в своей компании? Сначала нужно проанализировать источник данных. То есть посмотреть, какой объем данных, да, то есть больше это десятков гигабайт за один запрос, меньше, сколько времени занимает каждый запрос, насколько сложные запросы нужно делать, какие виды баз данных у вас существуют, вообще какие источники. Потому что на основе этого вы будете делать пункт номер два и пункт номер три. То есть выбор BI-инструмента, он на самом деле сильно зависит от типа источника, просто потому что разные BI-инструменты умеют работать с разными источниками. Обычно, ну, основные вроде MySQL, Postgres, вот таких баз там всегда присутствует. Но бывают всякие специфические. Например, там, ClickHouse, одна, там, Power BI к нему подключается как-то полегче, а вот с Tableau иногда надо повозиться. По факту BI-инструменты отличаются возможностью визуализации, естественно, и, ну, что немаловажно, ценником на лицензии. Рассматривать все BI-инструменты я, наверное, все-таки не буду. Есть замечательная статья на Хабре, сравнивающая BI-инструменты друг с другом, даже не одна, а, наверное, штук пять. И в какой-то момент я их все поизучала, было достаточно интересно. И также заранее вам желательно проанализировать аудиторию будущих пользователей системы, то есть кому, в принципе, будут нужны эти дашборды, чтобы заранее продумать системы доступа. То есть, например, как группировать пользователей, обсудить заранее с, ну, скажем так, с сотрудниками в других отделах, какая у них иерархия, кому что можно видеть. Просто если сразу не начать строить такую разветвленную систему доступа, возможно, потом будут проблемы. Определить необходимость разработки ETL-системы как раз можно на основе, вот, сколько данных у вас есть, что, какие задачи вам нужно решать. Например, если вам в один дашборд нужно слить данные из нескольких видов баз данных, иногда намного легче это сделать именно через какой-то скрипт на языке Python. И к тому же разделение нагрузки между питоновскими скриптами и самим дашбордом обеспечивает бесперебойную работу. Просто, например, если я вот встречалась с такими вещами, что один и тот же запрос к данным, ну, стандартный, помню, к MySQL, внутри дашборда, если я запускаю такой скрипт, чтобы вытащить данные из себя, я получаю ошибку памяти. То есть иногда у BI-инструментов немного ограниченные возможности выгрузки данных. И в таком случае, но ETL-система, то есть просто прямое обращение с помощью Python к базе, с этим справляется. И в таких случаях ETL-система просто вас спасет, потому что вы сможете эти данные получить вовремя. К тому же, создание вот этих агрегируемых витрин достаточно удобно, потому что они становятся reusable. Я забыла слово на русском. То есть их можно использовать для множества отчетов одновременно. И очень часто к использованию этих таблиц даже подключаются, кроме BI-щиков, и другие сотрудники, просто потому что из них намного быстрее можно достать данные, чем из источника. Ну и тоже важно, нужно подумать о правильной документации для вообще всей вашей системы и подумать о том, как вы будете обучать сотрудников использованию, потому что, ну, всегда достаточно сложно внедрить новый инструмент в уже устоявшуюся систему. Можно рассмотреть пример. Допустим, у вас есть интернет-магазин, и вы решили, что вы хотите иметь красивые, удобные дашборды, которые будут всегда под рукой, и то есть построить BI-систему. Первое, что нужно сделать, это, наверное, одна из самых важных вещей, это выяснить, кому и какие отчеты нужны, и составить список всех необходимых метрик. То есть и главное, понять, что все эти данные можно достать, что они все реально где-то существуют. Для того, чтобы понять, когда данные доставать, нужно идти к разработчикам сайта, понять, в какие базы они данные льют. Если не льют или льют как-то странно, то сначала нужно настроить заливку этих данных. Если есть какие-то данные, которые хранятся в Excel, в разрозненных файлах, их заранее нужно либо объединить в какой-то один источник, либо загрузить в какой-нибудь спредшит, потому что дашборду легче подключиться к онлайн-источнику, и следить за тем, чтобы
такие данные хранились в едином пространстве, и не нужно было каждый раз подключать какой-то новый файл. Это должна быть единая пополняемая система. Ну, определить, какой именно BI-инструмент нужен, как я говорила, зависит от средств, опыта и нужд. Я лично больше люблю табло. Во-первых, на мой взгляд, у него порог вхождения ниже, чем у многих других BI-инструментов. И, во-вторых, он дает широчайшие возможности и для визуализации, и для подключения к различным базам данных. Но у него есть простой минус, у него достаточно недешевые лицензии. При этом еще у него есть возможность развернуть очень удобный сервер, на котором, соответственно, будет вся система автоматически сама по себе там обновляться. Ну и если вы уже поняли, что в вашей базе, в вашем интернет-магазине уже данных очень много, то нужно поднимать ETL-систему заранее. Например, можно использовать Apache Airflow. В целом достаточно удобный инструмент. То есть по факту у вас будет лежать множество скриптов. В моем случае это Python, там чаще всего использовался, может быть, какой-то другой. Каждый из которых будет отвечать за обновление какой-то конкретной таблицы, и эти скрипты будут вызываться по расписанию. Возможно, будут еще какие-то скрипты, которые будут снимать бэкап. Ну и понятно, что надо, как только вы начали строить ETL-систему своего, в данной ситуации, интернет-магазина, нужно сразу документировать каждый свой шаг и каждый свой скрипт. Иначе информация потеряется надолго, и найти ее будет очень-очень сложно. Достаточно часто компании не решаются внедрять BI-системы из-за сложности развертывания инфраструктуры с нуля. То есть это стандартная проблема смены парадигмы. Вроде как все работает, отчетность мы получаем, все более-менее по расписанию. Ну да, часто пожары, но в общем-то у всех так происходит. Но внедрение, вообще развертывание BI-системы – это серьезная инвестиция в будущее компании, потому что это помогает внедрить data-driven подход. То есть подход к управлению, основанный на данных. Главный принцип в том, что решение нужно принимать, опираясь на исторические и прогнозируемые данные, а не на интуицию и личный опыт. То есть каждое решение должно быть максимально подтверждено какими-то данными, каким-то анализом. BI-системы внедряются не быстро, это факт. Но если у всех сотрудников будет доступ к необходимым им данным за любой период времени, в любой день недели, то можете себе представить, как это упростит принятие стратегически важных решений. И такое вложение многократно окупится. Я здесь добавила несколько книг. На самом деле, так как BI – это, скажем так, сфера на стыке баз данных, аналитики, программирования, то по факту нужно изучать все эти области. Но есть, если говорить конкретно о дашбордах, есть такая библия дашбордиста, это The Big Book of Dashboards, которая написана одним из таких, чуть ли не основателей табло, в общем, главных экспертов. И есть замечательная книжка по питону. Там больше в машинное обучение, но на самом деле очень много об анализе, очистке данных, о том, как правильно эти данные крутить и как их агрегировать. И полезная книга – это дашборд для директора Колокова. Здесь достаточно мало про техническую часть, но здесь намного больше про как раз визуальную часть. То есть как правильно построить отчет так, чтобы он был понятен не только вам, а, собственно, и заказчику, вообще любому окружающему человеку, и как правильно скомпоновать визуализации, чтобы это было максимально удобно и давало быстрый доступ к нужной информации. Ну и книжка по бизнес-аналитике – это, наверное, больше такая общая информация по теме. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое, Юля. Сейчас я хотела бы объявить раунд вопросов и ответов. Здесь, Юля, вопрос. Как становятся BI-аналитиками? Вопрос в целом по существу, да. Чаще всего в BI люди приходят из аналитики чистой. Вот у меня, например, было так. То есть я много лет работала аналитиком там, в банковской сфере и в какой-то момент просто переключилась в BI-отдел. То есть достаточно иметь хоть как, в целом, опыт программирования и
хороший опыт работы с базами. А дальше искать вакансии по BI, если есть это и другое. Так, у меня возник тоже вопрос. Юля, а какая разница между BI-аналитиком и, допустим, дата-инженером? Дата-инженер, он больше отвечает за именно базы, то есть построение, архитектуру баз данных. А мы больше, то есть мы строим небольшие витрины для своих нужд, а дата-инженер отвечает за все базы данных, в том числе и за сырые данные. То есть мы являемся потребителем сырых данных, но мы просто их преобразуем для более удобного использования. Ну и для последующей там reusability, скажем так. Вот. А дата-инженер отвечает за вот все, вот это сумасшедшие базы. Получается, вы работаете как бы в связке, да? Всегда, да. Ну, мы, в принципе, с ними много общаемся, потому что иногда нужно что-то в базе там подгрузить, что-то, чтобы какие-то таблицы к нам все-таки доехали. Ну, бывают коммуникации, ну, не на ежедневной основе, но часто. Посмотри, витрины, пожалуйста. Да, я увидела уже. А витрины — это, может быть, как вьюшка, как просто таблица. То есть, в принципе, зависит от того, как вам удобнее использовать. Как определяю, какие данные выводить? Ну, как сказать, по тому, что говорит заказчик. То есть, ну, если так обрисовать процесс, то чаще всего приходит кто-нибудь, например, из бизнеса. Говорит, вот у нас есть ежемесячная отчетность, которая вот у нас мало людей, мы не успеваем, все время зашиваемся, и у нас эта отчетность отдается, ну, там, не знаю, за полчаса до дедлайна. Хотим, чтобы у нас был дашборд. Вот мы их спрашиваем, что у них есть в отчетности, изучаем все методики, которые они используют, и вытаскиваем эти данные уже из базы. Что именно показывать на визуале, это уже ТЗ заказчика. Ага, вот пришел вопрос. Как сказать, скорее, ну, частично аналитик, ну, программист тоже вопрос. То есть я бы не называла себя программистом, я скорее как бы неплохой пользователь пандаса конкретно. То есть на самом деле, что у нас, что используем? Ну, я не Jupyter использую, я сижу там, не знаю, чаще всего сидела в PyCharm, там еще в университете, к нему привыкла, то есть программирую там. Мы используем сейчас небольшое количество библиотек, в принципе, BI-щику слишком много не надо, то есть нужны библиотеки, которые цепляются к базе, и дальше данные как-то складывать. Так, если данные не пишутся, вы сами фальсифицируете запись. Никогда не фальсифицировала. Ну, ладно. На самом деле, если данные в ДВХ не пишутся, то здесь надо идти к дата-инженеру и выяснять, почему данные не пишутся. А если это технически сделать невозможно, то тогда, возможно, нужно организовывать сбор данных через какие-нибудь, например, спредшиты, и потом уже идти к тому же дата-инженеру и просить, чтобы все данные из спредшитов заливались, не знаю, еженочно в базу данных. Ой, Амга. Ой-ой. Ну, в идеале Амгу, конечно, табло заменить должно. Но это процесс очень небыстрый. Просто потому, что уже существует очень-очень много отчетов в Амге, и все их сразу быстро загрузить в табло у нас не получится. Но мы стараемся, мы к этому идем. Часто ли бывает, что заказчик не знает четко, что хочет видеть? Очень часто. Вот это просто такая основная боль BI-щика, когда к тебе приходит, хочу красивый дашборд, не знаю, что на нем. А здесь самое главное выяснить именно метрики, а визуализацию уже можно предложить самому. То есть вот я писала про книжку Колоколова, и там очень много хороших примеров визуализации. То есть структура, где показывать, как лучше показывать динамику, как лучше показывать то, как лучше показывать это, как лучше показывать временные разрезы. И если заказчик не знает, что он хочет, ну, наше дело предложить. То есть главное выяснить метрики, основное в целом приложится. Сколько нужно времени, чтобы полноценно овладеть возможностями табло? Ну, на начальном уровне, я думаю, пара месяцев, но когда как бы такой начальный трешхолд пройден, там уже начинаются такие сложные для понимания вещи, но я думаю, что, наверное, я его достаточно хорошо освоила, наверное, за года полтора. За год-год-полтора вот так. Постоянного использования. Визуализация, сохранение дашбордов, визуализация доступа. Я как всегда использовала табло. И в моей жизни мало чего меняется.
На самом деле существует огромное количество суперполезных книжек, и сейчас еще пускают достаточно много курсов на тему бизнес-аналитики. Там у Geekbrains есть курс на тему именно BI. И там все, ну, как-то подробно, хорошо расписано. Что, ну, правда, курс достаточно долгий, это факт. Но и в целом здесь три разные области, которые нужно свести воедино, что тоже не быстро. А это курсы, которые ты сама проходила, да? Ну, как, не, ну как проходила? Я так частично участник составления, но частично. То есть я... Интересно, а долго это сколько? Месяцев 6. Но в целом, кроме там Geekbrains, есть еще подобные вещи, по-моему, у Яндекса еще у кого-то, у Skillbox, скорее всего. Но главное, на самом деле, если начать там с какого-нибудь курса именно по аналитике, то кроме, скажем так, изучения BI-инструмента, частично этого будет достаточно. То есть человек поймет, как именно вращать данные, как их выгружать, как правильно анализировать, чтобы, ну, графики реально показывали информацию, а не были просто картинкой. А табло, у него есть достаточно много бесплатных материалов для изучения. Ну, то есть, можно сочетать одно с другим, можно в одном большом курсе это делать. Если используются питон-скрипты, где выполняются? Выполняются обычно на сервере. То есть Airflow может подниматься как и на локальной машине. Ну, это как пример того, с чем я когда-либо работала, так и на каком-нибудь серваке. И если он там поднят, то Airflow отвечает, собственно, за запуск этих скриптов. Ваша задача настроить правильно конфиг-файл в Airflow, и тогда оно все заработает. Единственное, что Airflow поднимается только на Linux, в этом есть небольшой минус, но что поделать. Какие задачи выполняет Presto? Это один из наших источников данных. И все, то есть оно является вот элементом хранилища. Вот как мы смотрели схему трех составляющих системы, вот это одно из видов хранилища. А давай посмотрим на схему. У нас просто некоторые чуть позже подключились и могут не знают они, в общем, о чем мы сейчас говорим. Есть ETL-система, то есть набор скриптов, которые собирают агрегированные витрины, либо отвечают за административные задачи, хранилище данных и, собственно, BI-инструмент. Либо табло, либо Power BI, либо табло сервера, на котором, собственно, все поднято, еще какой-нибудь сервер. Вариантов масса. Ну вот Presto в данной ситуации – это как раз хранилище. Должен ли BI-специалист уметь самостоятельно разворачивать BI-инфраструктуру? Ну, если мы говорим о тимлиде или о синьор-специалисте, то в целом, наверное, уже должен. То есть часть процесса вот, разворачивания системы, оно обычно уходит на администраторов. То есть вот есть кто-то, отвечающий за сервер, он на нем поднимет, например, ETL, вы совместно его настраиваете и дальше уже используете. Создание изначального хранилища данных, оно не на биайщик. То есть биайщики – потребители данных сырых, но они их обрабатывают. Ну и поднять табло сервер, в принципе, джуниор этого делать не обязан, мидл в целом тоже, а вот ребята, которые, скажем так, выше по грейду, им, наверное, уже надо это уметь. Сколько разработчиков обычно работает над одним дашбордом? Зависит от сложности. В среднем обычно как бы один человек отвечает за один дашборд, но если задача невероятно горит, то иногда распределяем так, что один человек занимается визуализацией и пока делает ее на фейковых данных, а второй специалист, собственно, занимается самими данными. И когда данные готовы, они просто подсовываются в дашборд, уже готовая структура, и все само собой магически работает. Когда падает Presto, насколько это плохо, критично для биоаналитиков? Ну, вообще, это для всех плохо. То есть всегда, когда падает база данных, это плохо. Просто это, ну, что в нашем случае, например, это может означать, что если Presto упал, это значит, что мы не можем обновить свои текущие витрины данных. Это будет означать, что у нас будет отставание в дашбордах там на день, на два, на три, на сколько там Presto упадет. Ну, на три это я, конечно, переборщила, но на день.
например. Верно ли утверждение, что в BI-системе нет проблемы неконсистенции данных? Но это в идеальном мире, да. Но по факту, конечно, к сожалению, это далеко не всегда так. Данные обычно друг с другом, конечно, согласованы, но здесь еще очень много зависит от и того, как изначально построено хранилище, ну, сырое именно хранилище, то, что мы на него опираемся. Кэшируются ли дашборды? Ну, вообще, мы нормально делать бэкап всего Tableau сервера, ну, если говорить о Tableau сервере, например. И обычно весь бэкап — это не только настройки, а еще и контент. И обычно где-то на ежедневной основе, например, оно где-то кэшируется. Но здесь не всегда можно обеспечить, грубо говоря, историю изменений дашборда. То есть чаще всего это лучше делать, допустим, через какой-нибудь гид. То есть просто не только код в гид загружать, а еще и дашборды, и тогда можно будет нормально смотреть историю. Tableau сервер, он, к сожалению, ну, не всегда дает возможность нормально посмотреть историю изменений и откатиться. Так, получается, что сырое хранилище будет более тяжелым, нежели все остальные. Да, собственно, о том и речь, что если, допустим, нам нужна там как раз какая-нибудь ежедневная статистика, а в базе все разбито не только по дням, а еще и по всем параметрам пользователей. И там хранится излишнее для аналитика и для там менеджера и любого человека информация. И, естественно, когда ты обращаешься к базе, в которой 4 миллиарда строк или 1 миллион строк, все-таки запрос на 1 миллионе выполнится существенно быстрее. Изучение мира аналитики. Ну, как раз вот я скидывала список книг в чатик. Можно посмотреть что-нибудь по этому. То есть, во-первых, книжка по бизнес-аналитике, и плюс в целом, наверное, имеет смысл пройти какой-нибудь курс, потому что там дается информация структурирована, а, ну, интернет, конечно, дает информации огромное количество, но она вся разрозненная. Здесь все хотя бы будет в одном месте. Агрегированные, обогащенные. Нет, не в Presto, но хотя, может, что-то у нас кто-то из Presto и хранит агрегированное, но обычно грузим в какое-то свое хранилище. Просто с ним уже привычнее, удобнее работать. Так. И оно не падает. Ну, что, не так часто. Так, сейчас я хотела бы дополнить вопрос Данила о том, с чего начать изучение мира аналитики. У нас просто выступал Дмитрий Щербенко, он коллега Юлии, и он выступал в Смарте, сколько, полгода, наверное, назад, и он рассказывал о том, что такое BI, и приводил список курсов, которые он рекомендует, и, по-моему, список литературы у него тоже был. Вот если вы прочитаете все книжки из мастрит-листа Юли, вы можете перейти уже к листу Дмитрия. О, благодарность пришла. Вам спасибо, что слушаем. Сейчас у нас осталось всего 5 минут на пообщаться. Если у вас сейчас еще остался последний вопрос, то у нас есть время на него ответить. А пока вы вспоминаете, что вы еще хотели спросить, я бы хотела отправить вам всем ссылку на фидбэк. Сегодня у нас было много вопросов. Вы задавали вопросы, на которые я, честно говоря, ничего не знала. И поэтому мне нужна ваша помощь. Если вы перейдете по этой ссылке и расскажете, что вам еще интересно будет узнать по BI-системам или вообще по Data Science и по аналитике, вы можете здесь в фидбэке это написать. Почему это важно? Потому что вы люди уже более-менее знающие, насколько я поняла. И для таких людей найти интересные темы намного сложнее, потому что нужно очень много читать, нужно очень много знать. Поэтому сейчас я немножко, так сказать, читерю и спрашиваю вашего мнения и прошу вас вот заполнить эту ссылочку по фидбэку. Например, как Юля сегодня рассказывала, можно целую лекцию сделать по инструментам визуализации, по графикам. Если вам это интересно, вы можете это написать в нашей ссылке в фидбэк. Все, пошли благодарности. Спасибо за лекцию, говорят.
Самое приятное. Всем спасибо. И вы можете эти же благодарности в нашем фидбэке тоже написать, потому что я потом буду их передавать всей Юле. На этом мы будем уже прощаться. Еще раз большое спасибо, Юля, за то, что ты подготовила для нас действительно очень интересную презентацию. Спасибо всем нашим участникам, особенно тем, которые задавали вопросы. Очень ценим вас. Приходите еще. И все, на этом мы будем заканчивать. Всем пока. Всем пока, всем хорошего вечера.